Контроль качества. На обновленный участок улицы Ленинской пришли проверяющие муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Меряем, смотрим соответствие с производственной схемой, наличие, допустим, каких-то моментов в плане несостыковки каких-то размеров, поэтому ходим по схеме, проверяем все размеры. Тротуар, борт, поребрик. Параллельно выявляем замечания, то есть недостатки, которые были не устранены во время производства. После осмотра территории выявили небольшие недочеты. После устройства плечевого покрытия остался за вами песок, который необходимо убрать в течение 3 дней. Также есть куски просадки плитки. Ремонтировали улицу Ленинскую по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году обновили участок протяженностью порядка 300 метров от Полевой до Чкалова. Здесь заменили дорожное покрытие, установили новые дорожные знаки и светофоры, уложили плитку на тротуарах. Местных жителей такие перемены радуют. Великолепно. Что раньше было, как небо от земли. Молодцы, заботятся о городе. Также на переходах установили пандусы и тактильную плитку, сделали дополнительные парковочные места. По просьбе жителей скорректировали уровень тротуара. Подходили местные жители, предлагали свои внести коррективы в планировку. Мы эти данные согласовывали с заказчиком и исполняли. Выполнили уклон от жилых домов со стороны четной стороны по улице Ленинской в сторону газона, чтобы дождевая вода не попадал на дворовые постройки. Все выявленные замечания подрядчик устранит в ближайшие несколько дней. Полностью завершить приемку отремонтированного участка улицы планируют на следующей неделе. В 2021 году ремонт Ленинской продолжит. На втором этапе работ запланировано привести в порядок еще порядка 3 километров улицы. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин. События.